Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, почему же ваш Android смартфон не видит SD-карту. Так, ребятки, давайте же начнем. Я подобрал 5 пунктов, чтобы мы смогли точно разобраться, что происходит вообще с вашей SD-картой, либо же это телефон. Первый из вариантов — это нужно перезагрузить сам смартфон. Когда вы вставили SD-карту, посмотрели, она не видит. Вот, либо же видит, но не распознает, никаких данных туда не можно ни закинуть, ни скинуть. В общем, перезагрузили, если вся та же самая история, делайте следующее. Вытаскивайте эту SD-карту и чистите контакты на обратной стороне, там где есть золотые пометки. Вот, аккуратно почистите об какую-то ткань, вставьте, опять же попробуйте, если же нет, попробуйте вставить другое устройство, чтобы оно исправило ошибки. Если там распознает, тогда вставляете обратно и должно работать. Если же после этого нет, есть другой вариант. Вариант форматирования. То есть вставляете в карт-ридер и подключаете к компьютеру, чтобы отлично отформатировать. И выбрать режим FAT32. Так как NTFS не поддерживается на Android, не идет считывание файлов. Вот, ну, насмотря каких, конечно, она уже более новых, это есть. Если же даже эта проблема не стала решением, тогда, скорее всего, SD-карта уже дохлая, либо же слишком большой объем, что не считает ваш именно смартфон. Ну, скорее всего, такие проблемы бывают только уже на старых смартфонах. Вот, а в целом, это вот и в основном есть перезагрузка смартфона, чистка, вставив в другое устройство, вернуть на обратно то, что вы пробовали, либо же форматирование. Вот эти 4 способа классно работают. Попробуйте, если же они вам не поможут, тогда уже, ну не знаю, беда. Обратитесь уже в сервис, может просто где-то что-то нужно приложить руки специалисту. А так в целом это все работает. Оставьте мнение ваше в комментариях. Если кто пробовал, напишите, может есть еще какие-то способы, о которых я не знаю. Подписывайтесь на канал, рассказывайте вашим друзьям, знакомым, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!